Эйприл, яд все еще внутри тебя. Я замедлю его, но только ты можешь победить его. А моя милая малышка. Я только думал, я звоню в больницу. Нет, этот яд невозможно вылечить. Только мантры могут спасти ее сейчас. Пойдешь с нами, Карай. О, Карай. Рин, Пьо, То. Все еще ощущаешь последствия? Ты слаб, Лео. Все кончено! Рин, Пьо, То, Ся. Ю, Ро, Чу, Сон. Кай, Джин! Нет ничего хуже змеиного укуса. Укус Ми не так уж и плохо. Меня кусали гигантские осы, собаки-мутанты и... Рэцу, Сай, Сен! И, Сай, Ню, Рай, Как! Рин, Пьё! Ню, Ро! То, Ся! Чу, Сон! Бобры из снов, белки и белконоиды... Ты заткнёшься уже? Эта змея чуть на тот свет нас не отправила. Это была Карай. Она вернулась под контроль Шреддера. Это его рук дело. Рин, Пьё, То, Сон, Кай, Джин, Рэцу, Сай, Сен. Что ты делаешь? Что это? Не Караи. Наслаждайся победой. Ты сделал большое дело, Леонардо. Ты спас всех. Не всех. Я пытался вытащить Карая из-под контроля Шреддера. Я не смог, сенсей. Простите. Мы спасли ее однажды, Леонардо. Возможно... Мы сможем спасти ее снова. А пока ты хорошо владел даром целителя. Нахождение на грани смерти дало тебе силу пройти через это. Я горжусь тобой, сын мой. Лео, мы просто хотели поблагодарить тебя за наше спасение. Да. Ты надрал задницу футботом, остановил яд и всех вытащил. И ты сделал это в одиночку. Эйприл, вы сделали это, Сплендер. Спасибо. Никто из нас не мог это сделать. Может быть, вы и правы. Может быть, я и правда победил. Thank you.
Ха-ха-ха!